Вова молодец. Ром, на, шары засыпь. Кубы ебанили сейчас. Молодец. Хоп! Хоп! Быстрее! Хоп! Хоп! Давай, давай! Хоп! 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 Три, два, один, игра. Вот, нагрузка на задней ноге. 9, 7, 3, 2, 1. Играй. И в этот момент ты должен с выпадом вперед перенести нагрузку на переднюю ногу, чтобы задняя нога легкая стала, чтобы ты шаг пошел сделать. Ну, к фигуре ты троечный, понимаешь? А если у тебя нагрузка останется на задней ноге, вот так вот, 3, 2, 1, игра. И получится так, что ты следующий шаг, если ты захочешь этой ногой сделать, ты оттолкнешься. И тем самым у тебя маркер подпрыгнет. И, ну, неэффективная стрельба будет. То есть получается маркер подпрыгнет. А если ты нагрузку переместишь 3, 2, 1, па-бам, нагрузка на передние ноги, и ты легкой ногой перешел вперед, у тебя дальше пошла струя ровная. А если ты сделаешь так, наоборот, то есть нагрузку на задней ноге оставишь, 3, 2, 1, игра, вот так вот шагнешь, то у тебя и маркер подпрыгнет, и задняя нога потом пойдешь подпрыгнет. Бам, 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 стреляй, бам, 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 бросил. Он пишет, а нагрузку сразу на переднюю.
не пришли, качки. Один пришел, качал. На левой руке, на левой. Вот такая вот. Вот это. Андрей, маркер вниз не отпускай на баннере. Вот на кромку баннера прям держи. РКБ сели? 3, 2, 1, игра. Нагрузка тоже. На переднюю ногу. Локоть оставил опять. Тяжело как-то? Ну да. Спрятаться так. Давай, давай. Локоть, Рома, оставляешь локоть. Очередь. Очередь. Рома, локоть остается. Назад, да, больше заходи. Мазила.
Рома, локоть. Ты что так много? Ром, попробуй скручивание. Стоишь без вот этих приседаний. Просто жик, та-да-да-дын. Жик, попробуй. Сейчас тот момент, когда можно пробовать. Ноги еще пошире поставь.